Всем привет, с вами Марк и Айдечик. И начинаем мы с убийства Марка. Так. У меня мало хп. А, да, кстати, я забыл. А, Game Rule, не? Типа инвентарь, не? Ну, у нас есть типа кип инвентарь. Ну, короче, это новый сезон. А как он будет называться? Вот это что-то я не подумал. Ладно, потом посмотрим. Как-нибудь он не будет... А, я понял. А, он будет называться... Как-нибудь мы придумаем название. Да-да-да. Когда-нибудь, точнее. Ой, китайский похождение. Или какие-нибудь. Вот какие у вас идеи? Технические похождения. Ну, короче, технические, без разницы. Мы будем технику изучать в этом моде. Я так подумал и решил... И мы решили, короче, без читов. А, ну, на самом деле, мы будем читерить, потому что Айденчик убьет. Ну, не, давай читерить только если прям вообще. Ну, как было с Том Крафтом. Который, алло. Кстати, тоже здесь есть. Алло, тут же есть Том Крафт. Я убиваю свинок, потому что мне нужна еда. Ну, навряд ли будем Том Крафт включать. Ты уверен? Я тебе сейчас книгой. Так, не надо. Понял? Кстати, waypoint мне нравится здесь показывать, как смерть прям. Я знаю этот мод, Oxen Map, да? А? Как он? Короче, все, мы что-то заговорили, сейчас мы должны. Пошли я свинок рубить. Не, у меня есть 7. Ты убивай их, а я пока пошел. А, ну да, и этот как его. Трикапитейтор здесь есть. Ну да, это заметно. Уже. А, че, нету? А, нету. Тут вообще, даже его подобия нету никакого. Да, я не могу достать. Ну, придется вручную. Ой, я зарубил свинок. Да, кстати, у меня 7 есть китайских рублей. Чё? В чем есть рублей? Я, конечно, не понял, ну ладно. 7 рублей. 7 рублей. Песенка про 7 рублей, так, ладно. О, я заспавнил на ведро. Заспавнил ведро, чё? Я надеюсь, я не забыл выкал. О, Марк, а ты за Марк, смотри, хочешь покажу прикол? Кстати, не обращайте. Оп! А, точно, шлифт же! Кек. А да, кстати, я надеюсь, точнее не надеюсь, а вы надеюсь это, короче, надеюсь, я несу. Короче, не обращайте внимания на Айденчика, на его скин. Ну, это немного странно. Да, ну, не только немного странно. А я как у тебя? Я у тебя нормальный вообще? Я, ну, ты у меня нормальный, как всегда, в принципе. Как всегда. Кстати, я с Фейнфулом, если что. Кстати, Марк, а у тебя что со мной вообще там происходит? А, у тебя нормальный скин? У меня вроде нормальный. Ну, я смотри, у меня нету прочел. У тебя ног. Ты у меня, то есть у тебя нет ног. О, у меня теперь два топора, лол. То же самое. Смотри, ты у меня без ног, у тебя нету туловища. Точнее, его половина. И ты весь коричневый. Убери фейнфул, наркоман. Нет, я не хочу, фейнфул хорош. Да ушел! Это мое дерево, мое дерево. Короче, давай ты пока руби. А, кстати, знаешь эту жидкость, помнишь ее? Не, я в нее прыгать не буду. Подожди, какую? Я не понимаю, о чем ты говоришь. А, вон я, ну, ты помнишь. О, я помню, да. В каком-то Майнайте, по-моему, она была, или в каком-то. Не, подожди, мы в прошлом, если не ошибаюсь. Не-не-не-не-не, безумные похождения, то где мы драконов растили. А, помнишь, Марк, помнишь, у нас было это... Сезон, где это, мы были, ну, там, в деревне заграждено было. Ну, это и есть безумные похождения. А, ну, хотя... Ну, да, там тоже было. А, по-моему, еще и раньше в Майнайте тоже. Да, и было тоже. А, нет, или Йокска. Короче, сложно. Короче, какой... Смотри, что я нашел. Нет, Марк, знаешь, где у нас было это... Помнишь, где я еще изучал Вичери? У меня была такая... Да, это Майнайт уже. Да, значит, в Майнайте было, самое первое. Смотри на это. Ну, что я нашел? А почему у меня сервер лагает? А, потому что ты просто не видел, что я нашел. Ну, такое большое, довольно масштабное, скажем. Ну, понятно, здесь пчелы. Ну, посмотри вон туда. О, ну, подожди. А, ты посмотри вон туда. Ну, короче, Марк, я знаю, где мы будем жить. Пошли. А, ну, помнишь, чем это закончилось, ну, Йокска? Нет. Пожалуйста, не надо рубить его направо. А, ты, кстати, помнишь, что у нас было, когда мы пытались ультрамода сервайл заснять? Мы такого не засняли. Ну, в принципе, мы... Помнишь, там дерево-то гигантское спавнилось всегда в начале? Короче, когда... А, да-да-да-да, я его два раза или сколько там раз. А, у меня сервер завис, алло. Да. Потому что нам надо, вот всё, не надо. Короче, у нас кустики будут. У нас это... Это что у нас вообще? Алло. А, блюберри. Блюберри это что? Это черника. Да, черник. Ну, короче, великие моды. Из какого... А, это натура. Вот что. Ну, я замечательно забыл выключить ВК. Марк, можешь лить к себе ТПшну? А, ну... Ой, да. Марк, ой, прости. Очень прости. Ты... Не очень. Может, я, короче, сломал топор, а
А чего ты получаешь урон? А, голод. Да. Ну, у меня топор Ну-ка, есть. я хочу кушать, Марк. Я Марк, тоже. ты вот табаку. Давай потом, подожди, нам Ну, надо ее давай, пожарить. врубай, короче, мы здесь будем жить. Ну, ладно. А, что-то я немного спилю, они назад вернулись. Не Короче. знаю, короче, лагает что-то. Ну да. Я вообще здесь на нас, по-моему, помню. А, да, кстати, да. Я не буду ставить А мини. так мне еще кто-то пишет в скайпе. А мне в ВК писали что-то. Ну, если сейчас еще что-то будет писать, я выключу его. В скайпе меня не беспокоит, так что. Кстати, и еще я тут включаю сервер уже. Какой сервер? Ну да. Кстати, небольшая реклама, у нас есть сервер IP, писание будет еще. Вот так вот. Эй. Кстати, Ну насчет да. сборки, сборку, наверное, тоже оставим. Ну, название точнее. Ну, я эти лаунчер тоже. Да. Так, короче, вот так вот я немного уже Алло. здесь. Алло, да. Обустроился. В скобочках нет. А, сервер завис опять. Да, немного лагает. Ага, что-то подлагивает, я не понимаю. Почему? Марк, можешь меня ударить? Рукой. Спасибо. А ты что-то поздно сказал рукой? Ага, ну, Марк. А, не надо получать урон. А, да, я знаю, да-да-да. Короче, у меня... Вот мне жить. Очень, у меня очень много дерева. Чё, давай пока такую маленькую комнатку, а потом Марк, можем. на тебе еще немножко дерева. Ну, Немножко. это 38, у меня еще так там есть. Подожди, у нас такое большое дерево здесь. По ширине именно. Ну, нормально, в принципе. Да, норм. Тонкая Марк пошла. Давай притащим огниво, и ну, это сам начать делать. А, ну, мы в конце сезона. А, да-да-да. Короче, я О, сделаю Марк, у нас верстак. вот это золото гравий. А, ну это я знаю, да. Короче, нам Ах ты, нужно... Марк. Марк, 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 Марк. А кстати, у нас теперь немножко там это нету. Ну, листьев я немножко убрал. Короче, на. Вот, вот и вот. Это, короче, на растопку. И на земля ячменя. А, ну, потом ферму, наверное, сделаем. Нормально уже. Могу сейчас 38 саженцев. Ау, 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 кто-то Паук? стреляет. Да не знаю, кто стреляет. Подожди, сейчас им сделаем двери. Вау, кто? Тихо, Марк, это какой-то солдат. Солдат? Подожди, быстрее домой. Т-800? Подожди, ушел. Тихо. Все, мы в Да безопасности. там какой-то Т-800. О, А еще и где? сон... А, вижу! Реально, солдат какой-то. А, у меня оружия-то нет. Ой-ой-ой-ой-ой! Спецназ какой-то, слышит. Он застрелил. Алло, Ладно, давай, пошли искать обратно. А подожди, у меня наши смерти остались. А, ну да. А как к ним ТПшница? Подожди, сейчас я вспомню. Ой. Подожди. А, Вокси. А, Марк, смотри, короче, на Юо русскую. Без Там разницы. маркеры. Латус Дест. Телепортируется на. А, вот да. Ой, не, да хватит. Все, подожди. Это ТПшница ко мне. Я Или ТПшница. Свет тоже ко мне. Может, у нас они перед дверьми стоят. Марк. Алло, чё, чё? Короче, нам надо сделать оружие. Подожди, а ты где, Марк? Я дома. А ты меня не видишь, да? Ты в доме у нас? Да. Ты у нас в доме? А ты меня не видишь, да, я так понимаю? Да. Ну, Можешь? я... Пожалуйста. Короче, я тебе... Ты видишь... Ой, видишь, я скинул? Да-да, я вижу, что ты скидываешь. Ой, у нас скелет. Подожди, ой. Да, закройся, что-то налагает. Марк, короче, мне... Марк, у тебя есть топор? Да. Кстати, у нас есть реактор. Крафт есть. Будем реакторы строить. Ура! Дай мне топор. Сейчас я тебе меч еще сделаю, подожди, деревянный. Так. В общем, Марк, чем. Да, спасибо. И вот это. И пошли. Алло, опять сервер? Ну ладно. Ну да, почему-то подвисает у нас. Ну. А еще мне не дался меч почему-то. Ты у меня его. А, вот этот китаец. О, я его сейчас убью, слышь! Наверное, ага, конечно. Добей его, пожалуйста. На-на-на-на-на-на-на! Добил! Ничего себе выпало. Ничего, да? Есть керанец. Ой, Марк, еще. Беги. Эти солдаты, они повсюду, вон еще был. Так, ладно. Стиранец. Нам нужно найти шахту, слышь? И нам еще еды надо. А, ну, для того, чтобы еды, нам нужна печка. А если делать энергетический ранец? А, из него ничего нельзя сделать. Пока. Лол. Подожди, а нам нужна пещера. Пошли искать пещеру. А, Марк, кстати, я хотел вообще прорубить в доме проход, ладно? Ну, ты руби, а я пошел в шахту тогда. Давай. А, у нас лошадь здесь, лол. И пауки что-то у делают. У нас есть гравий с золотом. Ой, я немного упал. Жалко, и бежать не могу. А здесь, кстати, бег замедлен из-за какого-то мода. Мне вот это бесит немного. Так. Ой.
Что же я тебе могу сказать? Я вижу здесь солдаты опять. Марк, Марк, напомни мне, чтобы я не нажимал Shift. Shift не надо, Shift не надо, пожалуйста. Да. Хорошо, я просто уже начал как бы. А ты. Ну ладно. Ну это ничего не произошло. Ну да, я уже понимаю. Что это было? В смысле, а что было? А вот он сзади дома стоит. А. Ну, сзади дерево. Че, я иду, здесь какие-то тут базальт, короче. Повсюду. Я нашел. Ага, я вижу чей-то дом. Я нашел чей-то дом. Я нашел еще это. Каньон. И шахту. Так, надо здесь вейпоинт. Так, сейчас напишу. Лау. Хорошо, а я пока, короче, копаю. Я поставил здесь вейпоинт, и я надеюсь, они не будут у нас пропадать. Я пошел посмотрю домик, но мне кажется, что это так, из вечера. Так, Марк, я уже прокопался это. До конца? Я уже докопался до камня. А, я не до конца. Так, чей тут домик? Чё? Мне кажется, что это вечеря, из вечеря, скорее всего. Не так, знаю. Умри, скелет, скелет, то. Ай, ой, меня сейчас убьют. Что? Ничего, он читер. Я к нему вообще подойти не могу, все. Я его убью. Ор. Ор. Это. Так, куда домик. Я открыл домик. Здесь сундук. Три приготовленных рыбы, жареных, то есть. Вау, какой богатый. А, да, кстати, не выдался тебе меч, потому что он у меня почему-то. Я его выбросил. Ну да, брал. А, короче, я ем эту рыбу. Я тебе ничего не оставлю. В принципе, я уже все съел. А, здесь корова. А я еще. Сделаю печку. Че, мне коров убивать тоже? Еда нам. А, нужна. Марк, ты мог бы? А, хотя я сожгу это, ростки. Ели. Я думал, ты Китай. Да не, не против. Пожарю мясо. Да, жалко, здесь бежать нельзя. Ну, а, вроде здесь есть бег, но он очень медленный. Или он его здесь незаметно. Не, хотя, по сравнению с обычной ходьбой, бег это заметен. Ну да, но здесь медленно он очень. Он что? Медленнее, да. И вообще, я хотел бы пойти посмотреть читы для этого. Что же, я прыгаю в каньон. Все, я в каньоне. Так, нам нужен камень. Там, видимо, ведьма я видел, но мне нужен камень. Ну, я уже добыл камня, сделал печку нам. А, серьезно? Ну, ну ладно. А у тебя много камня? Мясо. Сколько у тебя камней? А, у меня там немного осталось. Так, мне кто-то нанес урон. Или это просто... А, я понял. Так, все, у нас, в принципе, осталось у меня 5 камней, но, Марк, у меня есть доступ к этому... К камню. Прямо из дома. А, ну круто. Ну, я еще нашел каньон, здесь уголь уже есть, все руды, здесь очень много руд. Так что и заживем. В скобочках нет. А, да. Вот. Интересно, да? В общем, я копаю уголь. Короче, ты копай камень, а я буду копать уголь. Ну так, делаю себе каменную кирку. Если может... что, здесь у нас будет этот вейпоинт, если что, если я тпшнусь. Для чего он будет прорубать вообще нам дом тут? Я, кстати, еще нам немного расширю дом. Окей. Ты же не против? Да, я не против. А еще и немножко сожгу what дерево. 10 дерева сожгу. Ладно, не буду лучше трогать. И сделал нам уголь. Чё-то мне немного страшно. Я выбил Red Hexorium Crystal. А скажи, из какого мода? Hexcraft. Hexcraft. Ну, я бы сказал, что такое Hex. Это Кекс. Смешно. Но ты не поймешь, Марк. И зрители. А почему? Зрители. А, ну, я что-то только знаю, что такое Hex. А что это? Ну, это, боже, сейчас скажу. Короче, это программа, где используется. Это вообще вид, короче, чего-то, я не помню. Так, понятно, я, короче, так, сложно. Даже... А, да, я, кстати, теперь могу летать. Так, я не знаю, зачем корень красного дерева. Если что, я могу летать. Я теперь летучая китайщина. Летучая китайщина. Я не знаю, что я говорю, но да ладно. А нам нужен вкусный уголь. Уголь. Ну да, он очень полезен для здоровья особенно. Не уверен. Принимать уголь очень полезно в пищу. Да, надо. Особенно китайцы это делают каждый день. Они просто употребляют уголь в еду. Активирует. Так, активирует его, чё. Милый китаец. А, у меня одно хп, ладно. Я же... Ладно, я пошел. Ты можешь не плавить уголь. Не нужен нам. У нас уже есть уголь. 15 угля. А, подожди, а где сундуки, чё будет, как? Какие? А чё ты делаешь? Подожди, комнату? Мышь, кто мышь? Ты мышь? Да, это я, ты чё? Ты чё напугал? Ты чё, зарубить? Нет. А, давайте резать. Подожди, бурана. Подожди, стой, нам еду надо для начала приготовить. А у меня есть немножко еды. А, мне без разницы, я пошёл крафтить себе китайцев. Марк, а тебе нужны сундуки?
Ну, вообще нам нужны. Да, нам нужны. Вот, я вас давай там... внизу где-нибудь сделаем, я не знаю. Ладно, давай временно пока положим все, что у нас есть. Да, да. Там, кстати, меч. А, ну, че, мусор. А вон, кстати, Марк, это то, что я выбил из того китайца. Ага. Ага, вот вижу, энерджи ранец. Энерджи ранец. Статуи великих китайцев. Так, я пошел крафтить себе, короче, стоп, это. Мне реально пугают их звуки. Да, кстати. Нам придется немножко перенести печку там, ой, сундуками, много... верстаком, что она как-то у нас будет посреди. Ну да, кстати, это не круто. Так, все, у меня, короче, каменная кирка и каменный меч, я иду приключения искать. Подожди, Марк, я пошел пока. Серьезно? А там. Что? Ну, 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 ладно. Он, короче, жесткий какой-то. Ну, у меня вообще 3 хп, ты че? Убивай его сам, мне 3 хп. Нет. Я ага, конечно, да-да-да. Убиваю его сам, да. Короче, я полетел в шахту. У меня вообще 3 хп. Хп-то. Мне 3 хп, ты чё? Мне максимум 3 хп. Да у него-то хп сколько? Да меньше все равно. Так, короче, я полетел копать железо. Так, вот что, я нашел железо, я ищу камень, я все буду копать. Даже руды из Томкрафта, не знаю зачем. Ну, можно, в принципе, так, чуть-чуть поизучать его. Или именно нет. Чисто, например, золотую печь, может, это удобно. Или, например, начитерить можешь. Ну, так как ты хочешь все по ЧС, можешь все изучить. В принципе, попробовать. Но если бы это был бы Томкрафт 3. Не, я начитерю только с изучением, потому что, ну, мы же обещали не читерить. Да. Я бы поизучал вообще Томкрафт 3. Вот 3-й Томкрафт реально легкий. А вот что там в 5-м, кстати? Там уже 5-й вышел. 5-й? Я даже, это, можешь меня не простить, я не буду его изучать. Потому что я знаю, что они там понаделают. Ну да, я уже себе представляю то же самое. Да. Ну, кстати, серия 15 минут идет, точнее, даже уже больше, почти 17. Лол. Я думал уже 30, знаешь, как. По 30 минут делать. Ага, только эта серия уже весит 8 гигов, ничего так. Ну. А чего она у тебя так постоянно много весит? Ну, это. Ну я на полный экран снимаю. Как бы. Ну, я 720p60fps. Не знаю, мне. А, 1080p60. 60 FPS. Вот ты снимай тогда, если у тебя так медленно. Ну, Марк, нет, вот то, что у меня лампа подлагивает. У меня 60 FPS, в принципе. У меня то же самое, но у меня... Это то, что я понизил настройки графики. Ну, я так чуть-чуть графики понизил. Понизил. Да, понизил. Понизил звание в Китае. В городе. Надо будет вниз убрать. Короче, я копаю железо здесь. Чуть-чуть. Марк, а я пока вырубил нам тут дом. Вырубил дом. Немного странно звучит. Ну, я вырубаю внутри дерева дом нам. У нас теперь большой будет. А, если что, можешь приходить, помогать мне копать Китай. У меня, мне 10 железа. А, чуть подлагивает сервер. Ну, у меня то же самое. Я еще здесь какую-то руду нашел. Ломаем, ломаем тебя. Так, еще железо. Ну, кстати, Марк, если что, у нас теперь не будет проблем с деревом. Угу. Кстати, ты заметил, что мы что-то быстро как-то начали? Уже в первой серии уже в шахту идем. Такого не было. Ну не знаю, если бы мы вошли в серию, в серии так... нормально. В серии в шестой там это добыли первое дерево, да? Ну смотри, я... Ну всё, в парке у нас теперь есть просторный дом. Осталось только его выше сделать. Так, я нашел какую-то постройку. Я вылетел с шахты. Кстати, Марк, давай ты сейчас ТПшнусь. Подожди, ты, это Таункрафт или что это? Я сейчас тебе, кстати, здесь отметку сделаю. Алло. Авторизейшн какой-то. И что это, what the fuck? Да я знаю, что сервер завис. Так, короче, посмотрю, что там еще есть. Да, здесь... Марк, подожди, Марк, сервер завис. Я знаю. Стой, о, что такое? У него тоже вопрос, что это такое. Ой-ой-ой, подлагивает. Я просто там... Фэкшн... Не, правильно, знаешь, здесь просто такая проблема, то что там, ну, там внизу где-то написано. Да, кстати, ну, прикольно на самом деле сделано все равно. Мы привыкли наверх смотреть, да, там вот этот мод. Да. Но там, знаешь, чем проблема у меня? Этого не видно. Прям вот не видно, там не видно. Blackberry. А мы раньше выращивали разве Blackberry? А, факторизейшн. Все, ну, короче, себе побольше писал, но это очень удобно, конечно. Ладно. Подожди, а мы раньше разве Blackberry выращивали? По-моему, нет. Я просто Blackberry нашел. Я Blackberry нашел. По-моему, мы его еще ни разу не выращивали. Не знаю, в общем, без разницы. Я помню то, что мы вот малину и вот чернику. Точно. Я не знаю, Марк, короче, иди сюда. Ты где?
Я вообще... Подожди, я собираю Стой, малину. Марк, иди сюда, Малину, сюда. мы же знаем. Да я хотел тебе дать факелов. На. Откуда? А? Откуда? Марк, стой, еще стой. Так. На. Так, ладно, без комментариев. Так, чё, а где мы будем ферму сделать? Можно вообще под землей ферму сделать, кстати. Ну, это неудобно, Марк. Плюс. Так, на. Я плавлю железо. А, ну, в скобочках нет, потому что сервер завис, вот все. Так, короче. Я еще на потолок наверх, это еще прорублю слой один. А внизу это у нас будет шахта, да, насколько я понимаю? Да. Ну, не только шахта, может там еще что-нибудь ставить, в принципе. Так. Да, это у нас типа такой дом. А, да, кстати, я вообще вот это хотел посмотреть, что это такое. Магнетикрафт. Чё? Какой-то магнетический крафт, не знаю. Сложно, сложно. Да вообще все сложно. Зинк игн. Айн. А. Зато можно сделать. Ага, лоу. А, вот все. What the fuck? Вот эффект. А я понимаю, что прикол, зачем это? Так. Короче, ясно. Модификация индастриал крафт. У нас сундук уже, кстати. А, стартинг бэкап. Что? А, это бэкап, типа, у нас будет. Да, наверное. Наверное, так там написано. Я вообще не каждые знаю, 30, каждые 30 минут он будет бэкап делать, понятно. Я вообще не знаю, как это работает, потому что я даже не знаю, где это сохраняется. О, тыква. Я вообще не могу найти, а вот Industrial Craft, не знаю, видела, а вот Industrial Craft. Что это за тыква? Ну, не знаю, можешь покушать. Её? Тыкву? Ну, можно, в принципе. Так, что это? О, что за... Чё, ты про чё? Да не могу. Я, кстати, там верстак и печку перенёс, а сундук пока не буду. А то что-то проблематично это немного будет. Ну, как проблематично, долго. А вообще, у нас здесь нету сундуков улучшенных. Нет мода, да? Насколько я понимаю. Iron chest? Да. Сейчас посмотрю. На честы. Ну, вообще, по идее, нету здесь его. Наверное, я уверен. Хотя... А, Iron chest, да, есть. А, есть. Вон, ну все, супер. Ну, значит, сделаем печку. Так, я еще уголь здесь соберу. Я, короче, в шахте опять. Ну, и собираю здесь что-нибудь. Так, первое, что нам надо сделать, будет это дробилку. А, ты уже индастриал начинаешь? Первой серии прям? Да, что делать? Нет. Копать шахту. Зачем? Ты как без рута обойдешься в индастриале? Вообще пошли. Че, читерить будешь, да? Ага, конечно. Ну. Мне надо железо, короче. Ну, загляни в печку, может там что-то есть, не? А, во, да, железо, молодец. Я и так сейчас собираю железо, не? Ничего так. Так, еще надо сундуки, короче, делать. Так, еще что мне понадобится? Молоток там нужен. Точняк. А, сервер? А, нет, сервер все норм. Казалось. Не знаю, какой-нибудь молот еще делается. Ага, раз, два, три, четыре, пять. Там сколько надо. А что у меня железо не поднимается? Оно пропало, ну ладно. Эндермен. Мне, короче, надо 10 желез, мне Марк. Алло, чё? Мне железо надо еще одно. Я здесь копаю его, я сейчас убью Эндермена. Марк, ты не хочешь, если я потрачу 10 угля на факела? Да нет. В принципе, мне еще без разницы. У меня с собой три. Ну, хорошо, все равно я уже их сделал. Я просто их сделал, а потом начал тебя спросить. 40 факелов. А я сейчас уголь здесь, вот здесь угля очень много. Копать. Я пошел под нашим домом копать. Зачем? Зинкаор. Что? 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 А, сервер лагает. А я это вижу уже. Я это вижу. Что ты видишь? Уголь. Я уголь вижу. А я вижу зинку. Понятно, я кстати, не буду. Я, видеть. Кстати, знаю, как это можно сделать удобнее, раскапывать нам. Глубь так. Я уже знаю, каким способом. Ну, каким? Да, стрел, я же знаю, что там делал. Че? Че я сделал? А, шиндус заломал. Да не, ну вручную именно вскапывать, как сделать вручную, удобнее было. Думал, автоматически. Ну автоматически это я сделаю с билдкрафтом, но мне надо алмазы, железо, золото. Много, кстати, алмазов. О, Марк, я железный желаю. Что-то мне лагает. Эй, и почему я сам себя сейчас слышал? Не знаю. А, это зинкор, просто не видно.
Так, я плавлю еще железом. И нам надо сундуки, кстати, из железа еще сделать. Потому Давай я что. делаю сундуки там без железа, но. Подожди, а дай мне сначала одно железо. Одно? Вот, Лови. все, одно железо. Ай, китаец. Все, его забрал. А, нет, ты его забрал. Он без Я меня. одно железо забрал, подожди, а Нет, ты где два забрал. Я тебе одно скину. Ты его забрал, у тебя два Да, железа. сейчас Да он скину. без разницы, короче. На одно железо, все равно Ну. мне так много не надо. Так много не надо железа. Сейчас ждем, пока у нас на Так, а теперь я вот это беру и ломаю. А теперь я беру и делаю вот это. сколько же А нужно? теперь вот так и вот так. И... А, это железная печь. Блин. Марк, тебе нужна железная печь пока? Ну, можно, она же быстрее плавит, ты чё? И как там делается электропечь, а где генератор? Эй, алло, где генератор? А, тут еще и на печке, что ли? Вот. Значит, генератор. Извини, я здесь немного сломал сундуки. Ты не против? Ой, я Нет. тебе вещи кидаю, извини. А, вот все, я нашел сундук. Так, подожди, как он делается? Генератор, как он делается? Все, железный сундук. Лэ? Iron chest. Сюда поставим. Короче, мне нужна гивея и олово. Короче, все складывай пока в железный сундук. Сейчас я разрушу еще это. Так, пока пусть стоит. Железная печка. А можно обычную сломать? Зачем? А, это. А Или это другой мод, подожди. это Industrial Craft. А, это индастриал, я-то думал, другой мод. Это Еще же железная один печка. мод есть. На печку. На печки дополнительные, Ну, как. это не помню, называется. А, море фурней спал. Что-то такое. Фурней, сейчас посмотрю, он есть у нас вообще. Да нету, наверное. Мор фурнейс, только стоит сейчас. А вот, значит, так, мисткрафт, механизм. А, чё еще раз? А? А чё еще раз? Алло. Механизм. А, мне послушать другое слово. Ну, а? Да. Ну, морфурнес я не вижу. Чё, может, закончим первую серию? Сколько минут? 27. Всем, ладно, хватит. Прежде всего, с вами был Марк, я и Дэнч, всем пока.